Привет модалистской братве, а.к.а. Crazy Russian. Случайно обнаружил, что синхронизация неправильная. На полный оборот колеса должно быть 4 этих чафа. То ли я сам на программаторе крутанул не то что-то. В общем, пообщался с Зимо ребятами. Быстро все ответили в течение там вчерашнего утра. Сейчас все покажу. Так, что у нас? Программатор. Тоже нашел интересную такую кнопку Windows. Change size. Потом здесь еще reset to default. Но сейчас трогать не будем. Короче, появилась возможность растянуть полностью на экран. Здесь вы видите пустое место, потому что с правой стороны черное. Потому что я пытаюсь практически 4 на 3 вставить в 16 на 9 этот монитор. Так, здесь вот крутилка сейчас появится. Все нормально. Значит, что делаем? Читаем. Я уже прочитал, но еще разочек. Вернее, я покажу, как это не синхронизировано. Разок еще прочитаем, что здесь есть. Identify. Значит, появляется такой Programming Track. Сейчас мы его покатаем с неправильной установкой и установим нормально. Это время долго не займет. Все CV читаются здесь. Как вы видите, все окей. Крутилку берем. Врубаем, значит, F1. Звучок. Адрес 85. F2. Сейчас запустится микромотор для парогенератора. Теперь идем на камерку. И потихонечку погнали. Теперь смотрите, ребят, лучше следить за колесом посередине, за большим таким набалдашником, рычагом, да? То есть должно быть, если наверху чаф, потом 3 часа еще чаф, там еще 12, 3, 6, 9 и пошло по новой. Сейчас оно будет отставать. Почему? Обязательно расскажу. Вот, потихонечку. Я только налил новый этот самый жидкость. Наверное, чуть-чуть перелил. Но оно, видно нормально. Ну вот, чуть-чуть сейчас я прибавлю. И смотрите. Раз, два, три, четыре. То есть почти чуть-чуть больше половины. То есть не колесо не успевает за этим чафом далеко. Еще разок. Раз, два, три, четыре. Половина почти, да? Окей. Делается легко. Останавливаем. Чем хорош этот зимовский программатор, все делается, так сказать, на лету. Без шуток. Берем биндарь. Закрываем эту фигню. Крутилку. Можно даже оставлю как есть. Вернее, все я это сейчас, отключить. Вообще не важно, просто это мешает немного. Так, сворачиваем крутилку. Идем вот в эту секцию. Секция, вот такая эта кнопка, звук. Сюда приходим. И читаем. Так, теперь как читать адрес? Вот таким образом берете, нажимаете мышкой сюда, наводите вот сюда, прям непосредственно. Даже курсор начинает моргать. Правой стороной CV read. 45. По идее, дефолт должен быть 70. Я не знаю, еще раз повторюсь, как я его согнал на 45. Практически в два раза уменьшил. Хорошо. Берем, ставим 70.
Потому что я не читал декодер полностью, я просто открыл программатор и сделал identification, да, и эти все значения поставились в программаторе default. Так, записываем CV write. Так, сейчас проверяем CV read. Да, там небольшой идет щелчок. О, не записалось. Ну-ка, ну-ка. Или вот таким образом начинают моргать лампочки. Передний фонарь, я вижу 70. Вот так, 70, так. Это в этот момент тоже записывается. Read. Ну, для меня это новость. Все, может быть, не так происходит что-то. Но попробуем 60. Read. Пардон. 60. Right. А, наверное, на ту кнопку нажал. Right. Меняется или нет? Read. А, окей. Ну ладно. Разбираться будем с этим. Значит, ну нужно 70. То, что у нас есть. Я просто быстренько крутанул на это значение. А может быть, скорее всего, теперь смотрим на параметры CV здесь. CV. Может быть, из этой функции так не работает. Сейчас быстренько разберемся. CV. Так, здесь у нас все вот поменялись, которые. Значит, у нас это CV 70. Видите, 267. Может быть, здесь лучше получается 60. И right. Ага, видите, красненьким. И синим загорелось. Наверное, здесь так делается. Read. Точно. Окей, все. Тогда ставим здесь 70. Ну вот, быстро разобрались. Right. Все, 70. И вот еще есть 354. С этим я не разобрался. Это какая-то там утонченная настройка. Теперь смотрим по катушке. Окей, значит, здесь 70. Все нормально. И если почитать сейчас быстренько, почитать информацию, значит, 354, вам нужно всегда, это вот эта точная настройка, а 260, который там было, это надо запомнить. 267, да. И здесь в листе этих CV 267, это chaff sound rate. Да, прям вот 267. Утром, вернее, ночью, в 2 часа ночи подняли. Без сенсора. То есть здесь нету... я не думаю, что есть сенсор. Открывать я, конечно, не буду, но там нулевое значение. Все автоматически синхронизируется очень четко. Так, смотрим вот еще на разок на звучок. Здесь вот написано Alternative Steam Trigger for set 0 disable. То есть у меня нету этого триггера. Сейчас попробуем, что здесь. Read. Ну, 0 так и есть. Ну все, погнали. Сейчас крутилку. Врубаем камеру. Вот такого я нигде не видел досконального, как я вот. Я сделаю еще на английском языке. Я дернулся. Все просто какие-то настройки о декодере рассказывают люди, как софт установить, как то, пятый, десятый. Вот таких деталей нету. А самое основное, я считаю, в общем, исправим это дело. Так, у нас что, сайт камера? Все, погнали. Свет у вас будет виден? F0. Ну да. Парогенератор. Вот это 5,3 вольта. Я не очень уверен, откуда это берется. Это идет с программатора, в смысле, с программатора все, но у меня подключено к источнику питания постоянного тока 18 вольт роковскому. То ли эта штука сама себя регулирует, но вот. Ну что, дымок пошел. Сейчас гуднем. Так, потихонечку смотрим за вот раз, два,
три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Я, может быть, убавил чуть-чуть, но вот этой специальной настройкой CV, может быть, на низких скоростях, они говорят, подкрутите 354. Так, ну чуть-чуть газку поддадим. Ну а потом, когда уже он шпарит на всю, там посчитать. Ну, это нужно записать видео, да, убавить его в скорость там в два раза. И тогда уже смотреть. То, что я сейчас и делал на YouTube, кстати. Ну, еще, видно, не прогрелся этот самый генератор, но тем не менее. Здесь уже, да, большой разницы нету. Хороший такой звучок. Лязганье. А, хорошо, красавец. Ну, немножко, чуть-чуть отошло, но буквально, ребят, это будет очень плохо. Практически, вернее, незаметно совсем. Ой, дымок. Дольше, разумеется, чуть-чуть прогревается, соответственно, чафы не идут. То есть частота чафов, когда увеличивается, соответственно, весь этот пар выходит быстрее. Когда помедленнее, вот сами видите, повеселее все это выглядит. То есть не получается больше этого пара с увеличением оборотов. Ну, сейчас очень классно видно. Зиму, конечно, гудки. Я жду, теперь не дождусь, когда будет этот предзаказанный, не знаю, когда, может быть, к Крисмусу, я надеюсь, ESU паровоз. Ну, красавец. Сейчас газанем чуть-чуть. Баланс у него более-менее нормальный, так что я не очень волнуюсь. Для паровоза. Четыре. Ну, еще вот точную сделать настройку, и будет все классно. Вам, ребят, успехов, удачи и всего наилучшего. Увидимся скоро. Давай.